Улицы большого города шумливы и многообразны. И глядя на бесконечный людской поток, невольно думаешь, ведь у каждого прохожего своя увлекательная история. Как жаль, что нельзя подойти и попросить, расскажите, пожалуйста, вашу жизнь. Мы хотим показать в нашем фильме простых, обыкновенных людей. Людей, с которыми мы встречаемся каждый день. В течение многих лет мы снимали детей для киножурнала «Пионерия». Теперь наши герои взрослые. Сбылись ли их детские мечты? Исполнились ли желания? Мы снимали ребят очень давно и давно потеряли из виду. За это время война разрушила города, разорила целые районы и области. На жарком песке Евпаторийского пляжа сидит еще одна наша бывшая героиня, Ольга Михайловна Пархоменко. Мы помним Пархоменко еще девочкой, а сейчас она известная скрипачка. Когда мы ее снимали, шла война, Киев лежал в развалинах. Не было и в помине теперешнего красавца Крещатика. Пархоменко трижды брала премии на международных конкурсах. У скрипачки Пархоменко сын тоже скрипач. Thank you.
Музыка, которая приносит людям радость, то, о чем мечтала когда-то пионерка Оля Пархоменко. Наши герои пришли в студию. Это большое событие. Мы же их знали еще детьми. Теперь это взрослые, солидные люди. Дорогие друзья, дорогие товарищи, я здесь вижу тех, которые нашли свой жизненный путь и уже работают. Уже работают во славу нашей великой Родины. Герои смотрят сами на себя. Вот какие они, оказывается, были маленькими. Не часто удается человеку увидеть себя на экране ребенком. Смотрим на них и мы. Да, выросли, изменились. Это естественно, но не в этом главное. Сбылись ли их мечты? Исполнились ли желания? Мечты никогда не сбываются сами собой. Желания сами не исполняются. Но если есть воля, если человек не жалеет труда, тогда непременно сбудется все задуманное. Тогда непременно осуществятся мечты. Начинается трудовой день.